Короче, сегодня у нас вышла обнова в ОСМ. Здесь такой рисунок неба. Вот наш фейерверк. И все шажары, дипстеры и редкая флорес. Скин очень красивый. Короче, вот мне загрузилось. Здесь я пытаюсь видеть редкую флорес. По крайней мере, пытаюсь. Я не куплю, потому что нужно посмотреть на мои ключи. У меня нет ключей. Вот, смотрю. А, небо живописи, вот так оно называется. Плюс у нас скидки на монстриков. Прикольно. Дипстеры доступны. Украшения. Очень красивые. Вот редкая флорес. У нас осталось только редкие цоколы. У нас будут все одновременные редкие. Ну, в принципе, все. Заодно приступим к предыдущему обновлению. Где нам добавили эфир на Колизей песни. Так тоже есть двое. А именно в ужас. И вот. Жужжик. Пусть я купил за гемы, так как не могу себе позволить пройти битву. Ведь я могу сделать его. Потому что у меня вот. Я все еще не дошел второй битвы. А это у нас 35-я. У меня не получится это сделать. О, кстати, я сейчас как раз могу сделать. Телепортировать вот этого вот. Телепортируем. И сейчас мы пойдем смотреть видео оригинальное. С вами заходим. Я его, если честно, не видел. Но мы начинаем. Смотрим. Так. Вот это у нас уже было. Понимаете, откуда это было? А потом что показывали небольшой мини-тизер. Вот у нас приближается вот этот. И вот мы видим наших монстриков. Вот, фейерверки. Дальше я не знаю, что. О, опять начинают, круто. Ой, что это приближу? О, это шажар желтый. Называется оно «В поиске своего голоса». То есть получается, что мне кажется, что шажар будет искать свой голос. То есть будет пытаться петь, может быть. Вот он попытался, но у него только вот такие зашки вышли. Что происходит? О, что происходит? Что ты проснулся? Это фигурки и что здесь происходит? Призенгейт! Вау! Да, у меня такая плохая реакция. Он будет призматический новый? Призматиков добавят? А, не получилось. Ну уж, давай, у тебя получится. Вот. О, не получилось. Это у нас... Это же фейерверк! Родился. Теперь мы знаем, как получаются фейерверки. Круто. О, все ему машут. Вниз опускай. Не, ну вот это скин, конечно, красивый. Это не такое, как я под... у меня было. Только что... Иди, скажем, да. Украшения красивые. Я себе купил уже. И фейерверки там, по-моему. О. Блин. И все, вот это вот здесь.
Не, ну это прекрасно. Это прекрасно. Я обожаю это обновление. Комбинацию сейчас скажу, потому что я ее знаю. На Вики прочитал, да. Такая вот у нас получается комбинация. А именно флуорес плюс дуит. Вот такие вот у нас монстрики и комбинации. Что ж, всем удачи, всем пока!